ладно, поехали. Команда «Питерские Гризли» потерпела второе поражение подряд. Комментарии. Владимир Желнов. Ну, в общем, команда хорошая. В очередной раз они хорошо себя проявили. Не знаю, вначале, конечно, хорошо пасовались, пока силы были. Там забили парочку голов. Ну, не знаю, что у нас не получилось. В общем, игра была хорошая, напряженная. Мы постоянно догоняли их, но в итоге потом в конце нарисил все-таки не хватило. И пару раз упустили игроков. И все, соответственно. Плюс три мяча будут в пользу. Понял. О своей команде, что можно, ну, что можно сказать? В принципе, две игры. Начало равное, даже преимуществом с Незабором. Что в той игре, что в этой. А потом ничейный результат. Ну, в принципе, в итоге поражение. Ну, немножко не собрались, может быть. Так, в принципе, играли хорошо. Может быть, были бы покороче тайма, может быть, бы выиграли бы. Не знаю. Ну, в общем-то, игра более-менее хорошая, нравится. Понял. С такой игрой, с таким качеством игры, на что рассчитываться, на какое место? Ну, в середине точно будет. А там уж посмотрим. Понял. Все, спасибо за интервью. До свидания.